Все мое почтение, друзья. И сегодня, вот 7 февраля 2023 года, хотел бы обсудить с вами вот такую вот тему. А именно то, что в Российской Федерации парламент Башкирии предложил на государственном уровне запретить всю рекламу, которая касается возможности оттосить в армии, как они заявляют. Мол, все услуги, которые юридические, которые помогают в той или иной степени, так сказать, обезопасить себя от мобилизации, от службы в армии, не противозаконным путем, а именно легальным юридическим путем, так вот эту рекламу хотят запретить. Это просто уму непостижимо. Человек, допустим, юрист, предлагает свои законные юридические услуги, а его хотят лишить, так сказать, возможности давать рекламу этих услуг. Если, допустим, эта реклама противозаконная, если какими-то методами противозаконными, так сказать, человек помогает уклониться от службы в армии, по срочной службе или по мобилизации, тогда понятно, но это должно быть судебное решение. И этого человека должны привлекать к уголовной ответственности, а не запрещать законную рекламу юридических правовых услуг для граждан. Я лично считаю, что это фактически происходит лишение обычных граждан Российской Федерации на юридическую защиту, на юридическую грамотность, вообще на возможность доказать что-то юридически. По сути, фактически, идет затыкание и усложнение работы юристов, адвокатов и тому подобное. Понятно, те люди, которые не могут нанять услуги какие-то юристов и тому подобное, им безразлично это, так сказать, запрет рекламы этой. Но все же человека лишают права быть юридически грамотным. Недаром же хотя говорят, что безграмотными лучше управлять. Я лично считаю, что юридическое общество, юристы России должны противодействовать этому и высказать свой протест. Потому что сначала запретят рекламу юридических услуг по содействию мобилизации и срочной службы. А потом запретят другие какие-то рекламы юридических услуг. Это ж как снежный ком. Я лично считаю, что это недопустимо. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и будем вместе обсуждать различные темы. До новых встреч, друзья!